Здравствуйте, друзья! Привет подписчикам! Задавался вопрос, как проводить дезинфекцию мисочек, купленных только что. Вот, например, вот эта мисочка Никот. Ни разу не были в использовании. Что я с ними делаю? Я сейчас их проливаю сиропом. Вот эти уже были использованы, но они уже почищены. Пчелы даже достроили маточники, как им нравится. Ну, я просто вот так просто делаю. Что хочу сказать, нет разницы, чем вы будете пользоваться, или никотом, кассетой, или, ну, или вот так, как я делаю сейчас, но я в стартере буду, получается, переносом личинок. Новые мисочки все равно нужно заливать или медом, или сиропом, чтобы пчелы его и почистили, потому что пчелы по такому существу, они почистят все, все недостатки, все поубирают. Потому что, может, где-то какой-то мусор еще собрался. То все они уберут. Рамка грязная лежала. Лежала дождь. Вчера у нас падал. Эту мисочку тоже сейчас пролью. Пускай еще эту почистит. Но это было почищено. Она стояла в другом улье. А так как я буду ставить стартер, то пчелы могут как бы по запаху не поверить, что это ихнее, и сделать плохую приемку. А так я сейчас все прочистил, поставил. Сейчас я покажу, как я его это все ставлю. Стартер уже готов. Ну как готов? Мы сейчас будем отбирать в стартера личинки. Ну, я показывал, как я в стартере забираю личинки. Переставлять в семьи воспитательницы. А демаря возьму. А им через 2 часа, чуть-чуть попозже, будем давать сироп. Давать новые личинки, как бы опять пускать в работу, что будет проставить. Да. Здесь у нас привитые новые, старые личинки, мы их пока оставим на сторону. Вот так. Без стамески прилепили, и вот эту рамочку мы им ставим. Если мало пчелы, то я использую немножко другие рамки. Видите, пчелы злые, матки нет. В стартере в основном, если еще где-то перепады погоды, то пчелы очень злые. Ну, чтобы вы понимали, есть вообще семьи злые, а что кусючие кидаются. А это просто злые, потому что у них, во-первых, нет матки, во-вторых, когда нет матки, тогда они немножко не по себе, им они немного себя плохо чувствуют, и они такие агрессивные. Вот и все, мы поставили на часа 3-4, ну потом посмотрим, мы вынимаем ее, если они чистые, отшлифованные, сироп убран, мы тогда начинаем прививать. Все, сейчас попозже покажу прививку, ну здесь я прививаю по старому методу, как обычно, взял прививку, поставил, полил сиропом. Все, друзья, всем всего наилучшего, пока.